Одна из приятнейших женщин в моей жизни — это Валентина. Она миниатюрная, приятная, в очках, носит платье, курит, интеллигентная, юрист, книгачей. Она иронична, артистична, иногда любит потроллить. Интересы в сфере искусства, культуры, российской истории и политики. И это все мне близко. Она в счастливом браке с юности, держит открытый дом в старорусском интеллигентском стиле, когда всем своим всегда рады. Однако время от времени она просеивает окружающее свое окружение и безжалостно отказывает от дома чем-то провинившимся, даже давним друзьям, ну, если это серьезные, в общем-то, изменения. Она проводит очень умную политику в отношении детей и внуков, всю жизнь держит пуделей дома, философски относится к жизни. И я всегда была под этим обаянием ее. Я очень люблю их семью, нашу компанию, в которой была всегда в таком диссидентском духе. Мы обсуждали серьезные вопросы с серьезными людьми. Все это мне нравилось, но одновременно у меня свои интересы, и я не растворилась в этом, потому что одновременно у меня были, я вращалась еще по двум орбитам, которые между собой не пересекались практически, там, где я удовлетворяла уже другие свои интересы и потребности.